Общественный совет при Межмуниципальном управлении внутренних дел Нижнетагильское подвел итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». В этом году он посвящен предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники в возрасте от 6 до 14 лет представили более 80 поделок и игрушек из различных материалов. Решением жюри победителем признана 12-летняя Ксения Жбанова. Ее работа направлена в Главное управление МВД России по Свердловской области для участия в региональном этапе конкурса. Все лауреаты и участники поощрены дипломами, благодарственными письмами, подарками.